Дело бывшего директора парка Пушкина передали в суд. Расследование завершено, и бывшему директору парка имени Пушкина Ольге Поповой предъявили обвинение по статье «халатность». По материалам следователей, именно она готовила документы для работы с компанией «Лоция». Директора заключила на заведомо невыгодных условиях, без проведения конкурса, договор аренды с коммерческой организацией по предоставлению муниципального имущества. В частности, помещений, расположенных в подземном переходе под площадью Революции. Данными преступными действиями был причинен ущерб бюджету муниципального учреждения. Известно, что фирма «Лоция», которая раньше принадлежала Андрею Барышеву, получала от торговцев цветами или овощами около 35 тысяч рублей в месяц. С этой суммы в городской бюджет, а именно в МАУ парк имени Пушкина, уходило только 1000. Остальное оставалось в карманах организаторов ларечной схемы. По оценке следователей, бюджет города за 2 года потерял почти 5 миллионов рублей. Такой прибыльный бизнес Барышева существовал несколько лет, пока мэрию возглавляли Тефтелев и Елистратов, а область управлял Дубровский. После смены власти льготы для депутата Госдумы закончились. Договор был расторгнут с Луцией, вы это знаете. Переходы продолжают оставаться пока в парке Пушкина, потому что у нас не закончен контракт по ремонту. Речь идет о том, что нужно создать безопасные условия. Но это уже всем этим будут заниматься управление дорожного хозяйства после того, как мы передадим в ОДХ эти переходы. Теперь ларечный бизнес на главной площади города прикрыт. Все материалы переданы в суд. Вскоре начнутся судебные разбирательства. Ольге Поповой грозит арест или исправительные работы.